Всем привет, с вами снова Сердылис. Сегодня мы снова играем в Sims 4, третье видео. И снова будет, конечно же, монтажик, почему бы и нет. И сегодня я бы хотел добавить нового персонажа в свой мир, нового персонажа в семью Малой и меня, и это будет сегодня Влад. То есть сегодня я решил позеваться над новым человеком уже, создать его. Конечно, у меня нету его нормальной фотографии, поэтому будем создавать как-то, ну, прям вот жестко будем создавать его, стараться создать. И если создадим, это будет очень круто. Добавить нового персонажа. Ну, на самом деле, уже на него похоже, но давайте будем серьезными. Создадим более-менее нормального Влада. Не знаю, конечно, как у него выглядят глаза, потому что на фотках он везде в черных очках, ну, в темных очках, точнее, солнцезащитных, и я не знаю, какое у него лицо. Но у него голубая рубашка, поэтому ему зачет сразу же. И немного изменим предыдущих персонажей. И давайте, собственно, давайте начнем. Голосу. Вот такой примерно голос у Влада. Походка. А, нет, не дерзкая. Вот такая походка у Влада. Ну, такая тоже очень похожа. Ну, вот такая, ладно. Вот оставим такой, ибо я не знаю, как он ходит. Ой, тьфу. Брат. Ну, будет мне брат. Малая будет ему сестра. Не. Короче, все будут соседями по комнате, как я уже делал. И, конечно же, изменим жизненную цель. Я не знаю, что я не знаю.
редактора, и переходим, собственно, уже к изменению меня, к кабана. Влад уже сразу сел с книжкой смотреть телевизор. Собственно, как он будет еще читать книжку-то? Так, окей. Дениска, что ты там делаешь? Спамишь? Флудишь, конечно же, флудишь, маленький нигр. Что он там читает вообще? Книгу, как ее заманить? Влад, я тебе такого никогда бы не подумал, ах ты. На малую запал, да? Вот как ты мог, как ты так, а? Нет, ты еще поспишь, окей, я не против. Чем дольше сон, тем дольше спишь. Все логично. Ой, блин, Влад уже хочет что-то поесть. Ну, как всегда. Ты у нас хочешь есть, ты у нас и будешь готовить. И ты у нас будешь готовить. Блин, а он же не умеет готовить-то у нас. У нас готовить умеет только Дениска. Дениска скоро проснется, и поэтому Дениска будет готовить торт-гамбургер. Так, Дениска проснулся. Выбираем малую. Малая такая, типа... Малая такая берет, начинает тянуться. Давай, войди сюда и начинает тянуться. Такая. О-о-о. Физкультурщина прям. Отжиматься начинаешь. Оп-оп-оп-оп-оп. Малая становится качком. Низко все еще толстый. Низко в трусах ходит по квартире. Хотя это более-менее похоже на меня. Вот, по телосложению это прям как я выгляжу. Прям вот идентично. Я, кстати, вот, наверное... Ну ладно, придется устроить Влада на мою карьеру, которую я в будущем выберу, на карьеру программиста. Если, конечно, здесь можно карьеру программиста выбрать. Кстати, да, я выбрал себе уже карьеру и выбрал институт, на который я пойду в будущем. И это программист. И это мне очень нравится, моя идея, потому что программирование я очень давно хотел изучать. А теперь... Практически идентичные мы с Владом. Правда, только я толстый, а он лысый. Вот такое вот различие. Окей, посмотрим, есть ли тут и правда... Да, технический специалист, но это как техник-программист. На это учатся техник-программистов. Зачем учиться, если у вас уже есть непосредственные навыки программирования? У вас большие перспективы, пора воспользоваться этим шансом. Стать игрок в компьютерные игры и специалист по раскрутке. Нехило, слушайте, нехило. Игрок в компьютерные игры, это как... Это что, да, почему программистов это киберспортсмены? Ну, консоли, ну ладно, все равно, странно. Специалист по раскрутке, это, получается, PR-менеджер. Круто, PR-менеджер. Повысить продуктивность труда, ходить на работу в хорошем настроении. Настроении внимательном. Играть в видеоигры. Слушайте, хорошую у него работу, однако. Играй в Blickblock. О. Подвигаемся. Дениска у нас идет... На беговую дорожку, я хотел сказать, но беговые дорожки все заняты. И поэтому у нас пойдет на разминку, да. Забота о себе. Кстати, малая тоже пополнила, если честно. А тренер типа, да? Ого, прикольно. Тренер. А чем прикол тренеров? Кстати, малая сейчас реально подкачается на уровень.
А вот Дениска толстенький. Он с кем-то разговаривает даже. Болтать с Александром. А кто Александр такой? А он вот там сидит сзади его, он уже с ним общается. Александр кокетливый, короче, это очень странно. Малая ушла наверх. Пейджап тут, окей. Она, малая сразу пошла помыть. Душевые кабины. Вот это вот. Вот так 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 вот. Вот они. Вот они. Есть, не прикольно. Вот, вы хотел сказать, не прикольно. О, да. Беговые дорожки. Я обожаю беговые дорожки, кстати. Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Я вот очень обожаю беговые дорожки. Для меня это вот шедевр. А вот эту тарелочку. Ну ладно. Так и быть, не надо мыть. Вот это рифма. Так. Угу. Не хочешь поесть? Нет, не хочешь. Ну ладно, иди вздремни. А я тоже пойду и посплю вместе со всеми своими персонажами. Но в реальной кроватике, конечно же. Спасибо, ребята, за то, что посмотрели это видео. С вами был я, Сердылис. Подписывайтесь на мой канал. Там вот есть кнопочка подписаться под видео. Ну, если вы, конечно, смотрите с ВК, вы можете нажать вот там внизу, вот там внизу. Там вот, далеко внизу, далеко внизу, далеко, далеко. Можете нажать на кнопку YouTube, перейти на YouTube и нажать снизу. Вон там вот. Там вот она будет. Ой, тьфу ты, вон там, далеко, далеко, далеко она там будет. Кнопочка подписаться под моим логотипом. Или справа от моего логотипа. Нет, справа от моего логотипа, да. Справа от моего логотипа, то есть, как сказал, там. Там вот далеко внизу. Вы можете подписаться, поставить лайки. Вон там, внизу, вон там, далеко, далеко внизу, тоже там, на 3-9 земель, можете поставить там лайки, написать комментарии, вот там, далеко, тоже внизу, еще дальше, ой, как, идти-то долго, тяжело, спина болит, ох, поэтому я пойду и спать. Ну что ж, ребят, спасибо за то, что посмотрели, всем удачи, всем. А ну, пошел спать,